Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в 7 Days to Die Alpha 18. Так, в общем, что у нас новенького? Куча металла плавится, огромная куча. И делаю себе немного, грядок, всего 5 штук, так как гнилого мяса нету, репэр китов, так как они заканчиваются, водички и... Шипы, водички, репэр киты. А также хотел начать делать уже эти... как его, инструменты более топового уровня, но, как всегда, есть одно огромное но. Так, это вот у меня они как раз тут все ресурсы есть. Ну, на создание этих пока что не все. Так, давайте вот это заберем. 20 секунд. Это можем пока что потушить. Это мне не надо, потому что у меня сейчас будет водичка, их там будет аж 21 бутылка. А вот, и я, наверное, себе закажу себе кирку. Так, кстати, молот можем сделать третьего уровня, но у меня четвертый уровень, мне как бы лучше не надо. Это мне не надо, это кастет вообще. Так, я должен уметь делать инструменты. Вопрос. А, вот, да. Так, давайте тоже звездочкой отметим все это. Вот, тем более у меня уже как раз-таки четвертый уровень качества. И со второго можем мгновенно перепрыгнуть на четвертый. И я пару левелов апнул, так. Сейчас посмотрим. Да, 3 очка, 3 поинта у меня есть, чтобы прокачаться. Наверное, разбор можно будет взять попозже. Так, тут по максимуму, тут нужно силу. А хотя, если мы сейчас силу прокачаем на 5 уровень, да, то здесь мы 2 этих можем на 5, на 4 вкачать. И тем самым, если этот будет на 4, то сможем делать предметы 5 уровня, и урон по блокам увеличится. А давайте так и сделаем. Для пятого нужен один поинт. Да. А, дальше уже по 2 поинта. Замечательно. Так, ну и здесь по 1 поинту вкидываем. Все. Так, зашибись. Теперь можем инструменты 5 уровня сделать. Нам не хватает досок. Давайте досок и возьмем. Да, дерево заканчивается. Надо дерево уже идти добывать. А, так, что нам не надо? Ну давай вот это попьем, во-первых. Посмотрим, сколько водички у нас заодно. И еды. Так, ну, нормально. Так, давайте тогда, наверное, отменим пока что вот это. Поставим крафтиться топор, кирку, да и репер-киты отменим. И лопату. И выним как раз-таки из кирки мод, потому что он мне уже больше не нужен. Это вообще мод, он 15% damage iron по железу, что? Так, все, да. Извиняюсь, меня там отвлекли звоночком. Так. А, в общем, да, этот мы как раз мод поставим. Вот этот мод мы, естественно, вынимаем. Тоже он нам не пригодится. Так, ну и в лопате, кстати, для лопаты у нас тоже был мод. Сейчас, если я его найду. Так. Я помню, что я его изучал. Вроде что-то из вот этого. Вот он. Как раз таки. А, пружин 10 штук надо. Ну, это верстак. Ё-моё, это верстак. А это что такое? А, это гравий? Не. Верстак, а значит, 10 пружин с собой надо взять. Да, 10 пружин. Дальше 5 клея, 5 механикал и 10... Так, стоп, 5 и сталь, короче. 5 механикал... Блин, я не хочу бежать к торговцу ради этого мода и 5 клея. Кстати, а эти уже сделались. Все, я могу его создать теперь, да? Да. Так, а если я вот это уберу, посмотреть, что тут вот было интересно. Это гравер, но это щиток. Вот еще один мод. Он дает вроде, короче, точность увеличивает. Тоже нужен... А, нужно все то же самое, что и в этот, да? Блин, нужен верстак. Я манал туда бегать к торговцу. Так, значит, нужно еще 5 клея. Потом... Так, ну, объединяем. Еще 10 пружинок. Так, и нужно еще 5 вот этого. Ну и все остальное это железо. Да? Да. Ну, это будет делаться долго. Я не знаю, наверное, добегу до торговца. Как раз сегодня 7-й день. 7-й день, да. И у нас там все обновилось. Давай вот тут вот сделай мне... А ты юку можешь тут сделать или только в кармане?
Нет, Юку только в кармане. Ну, давай тогда сделаем Юку в кармане. Как-то так. Ну, нормально. Пусть будет нормально. Так, яйца свои возьму, тоже будем есть. И сейчас вот это вот, вот этим самым слегка сделаем базу в округе. Так, стоп. А, ну, можем, можем. Да, как раз покажу, что там новенького. Из новенького у нас это... Так, тихо. Ё-моё, влазь. Это бетон. Да, бетон, железобетон выделил... А почему тут железобетон? Так, стоп, я не понял. Я вот здесь бетонировал второй раз. А здесь я один раз. А почему у меня сразу железобетон тут появился? Нафиг его знает. Не, я улучшал только один раз. Ладно, фиг с ним. Не знаю почему, и мне все равно. Так, главное, что да. Так, тихо, не лагать. Эй-эй-эй. А, блин. А, тут у нас нету. Да мне легче вот так сделать. Реально легче. Три слоя... Давай даже четвертый здесь. Так, не лагай, тебе говорю. Четвертый даже здесь сделаем конкретно. Не знаю, хватит ли нам вообще на четвертый. Посмотрим. Да, сейчас... Да ё-моё, что так лагает-то? Торговцу надо бежать, сделаем два мода. Один вставим в лопату, другой вставим в этот. Так. Другой вставим... Так, во что там? В оружие. Да, в оружие, в оружие. Так, все как-то так. Ну, давай лопату пока сюда возьмем, на всякий. И надо придумать, где у нас будут грядки. Где у нас будут грядки, где у нас будут грядки. У нас вот 5 есть. И надо будет где-то что-то посадить. Интересно, а солнце прям влияет на... Надо будет почитать. Блин, долго я до торгаша бежать буду. Да я, в принципе, все время долго до него бегаю. Тут как бы это... А верстаков у нас поблизости нету. У нас поблизости где-то еще химстанция есть. Это что? А, лаба. Вот, как раз лаборатория есть. А верстаков поблизости-то и нету. Ладно, фиг с этими модами. Я всегда успею, как говорится. Вот, с ними что-то сделать. Давайте тогда, наверное, поставим пока что. Возведем какую-нибудь маленькую колонну. И посадим... Что посадим? Грибы, картошку и 3 тыквы, наверное. Так, топор готов. Топор готов. А это значит, что вот этот идет на переплавку. Топор готов. И модификации... О, 3 ячеечки. Слушай, я могу тебе сюда это тоже поставить? Не-не, не буду. Так, с тобой все, закончили. Теперь ждем на кирку. А, так, семки я взял, это взял. Нужен молоток, наверное. Я хотел сначала все наверху сделать, но я боюсь, что, не дай бог, обвалится. Это будет фиаско. Жесткая фиаско. Да, если все обвалится, это будет лютая фиаско. Зачем я тут вылазю, не знаю. Так, где-то надо это разместить. Может быть, где-то вот тут вот что-то подобное. Так, стоп, у меня с собой дерево, у меня с собой есть дерево. Я вот подумывал, да, может быть, где-то вот тут вот просто поставить парочку этих вверх. Блин, они снесут ведь их, я их знаю. Они ведь... Да ё-моё, что так лагает-то, когда я оружие меняю? Странная фигня, ну ладно. Так, вот тут вот, например, что-нибудь такое поставить. Сейчас вы поймете. Вот на такую высоту, ну да, тут уже все. Мне как бы не жалко железочки. Потому что... Ну, мне все равно строить... А, хотя у меня еще целый второй этаж из них должен быть. Ну, ладно. Это мы уже позже займемся этим. Сейчас самое главное сделать... Ага. Сделать маленькую вышечку, на которой будет огород. Так. Так, нормально еще ведь, да? Да, вот я думаю... Так, тихо. Такого огорода мне вполне, наверное, хватит. Ну, даже... Так, раз, два, три. На четвертую ставим.
Не знаю, я как-то этот огород вот так вижу. Да, бетонировать это, конечно, все будет очень геморройно. Ну, в плане бетона. Где я столько возьму? Блин, у меня через каждые пару секунд лагает. Что за хрень? Такое чувство, я не знаю, скриншоты делаются автоматом. Потому что я нашел в папке с игрой очень много скриншотов. Так, тут у нас три блока. И тут у нас три блока. Ну все, да, думаю, такого нам вполне хватит. Так, оу. А, ну хотя ладно. Так, рецепты. Лесенки, так, modified. Держи. Все, новая кирочка. Ой, как меня радуют инструменты 5 уровня. Я думаю, конечно, что я их найду. Но, как уже говорится, раз уж так. Кстати, у нас вот сколько у тебя урона? 10, а у тебя 15. А мод, а что мод дает твой? Так. 14. То есть ты даешь всего один урона. Да. Так, ну что, а у нас нет бетона с собой, правильно? Правильно, бетона у нас с собой нету. Лесенки мы заказали, но они будут готовы хрен знает когда. Поэтому давайте сначала лесенки. А потом... Так, что у нас там? Кирка, лопата, да? Потом лопата и потом юка. Все, зашибись. Так. Остальные все на скраб. Ну, потом промодернизирую как-нибудь. Так, пока что вот так вот выставлю. 4. Да ё-моё, что так лагаешь-то? Странная хрень какая-то. Ну ладно. Так, и... стоп, зачем? Так, мне нужна картошка, тыква и грибы. Не знаю, тыкву я не встречал. Я не знаю, что из нее делается. И делается ли вообще что-нибудь из нее? Стоит ли мне ее вообще собирать? И так далее и тому подобное. Поедим. Все, как-то вот так. Ну, потом забетонирую, конечно же. Так, ну и чисто вот ради прикола 9 фреймов опустить на... Не знаю. Есть, кстати, еще пара домов, которые я хотел бы лутануть, пока здесь нахожусь. Так, ладно. Так, давай молот. Чисто для укрепления конструкции сделаю вот это и все. Потом буду, конечно, когда бетонировать, я это разберу. Да ё-моё, ты чё? Тупишь-то. Все, оставим пока что так. Да и даже, наверное, на всякий. А вот, наверное, тогда все это скинем и пойдем лутать домики. Пока что время перед ордой у нас еще есть. Почему не показывается, что сегодня орда должна быть? Он же должен быть красным. Или он во сколько-то должен загореться? Я вот этого момента не знаю немного. Ну, и он меня напрягает. Что мне не показывается, когда он должен загореться красным. Так. Это все переплавил. Ладно, давайте дальше вот это плавить. О, замечательно, аж все ушло. Так, да, к торговцу. Все равно к торговцу бежать. Кстати, у меня есть книжечка, как я недавно узнал, благодаря которой я могу ночью бегать без перегруза. Что меня, несомненно, радует. Потому что это была неплохой такой бонус, бегать ночью без перегруза. Кстати, давайте кофейку бахнем. Возьмем с собой кофеек один. Ну, а чё бы нет, да? И бахнем его по дороге. Молоток вот я зря с собой... Стоп, я реально зря с собой беру молоток. Надо сейчас выложиться. Можно было, конечно, выложиться так идеально, чтобы вообще прям... Так, инструменты. Не те инструменты. Так, вот молоток, значит, лопату я беру. Лопата мне не нужна. Да, лопату можно и продать, в принципе. Так, сюда берем тогда вот так вот. И вот это я, наверное... Я хотел это переплавить, если честно. Потому что, ну, кирка сейчас ничего не стоит. Она сломанная, лопата и... Короче, ладно, погнали. Короче, погнали.
вбахываем кофе и 3 минуты можем на спринте бежать. Ну, ё-моё, ну чё ж так подлагивает-то, реально? Такое чувство, что мне идут сохранения какие-то или что-то такое, блин. Каждые пару секунд. Я вроде... Ну да, смотрите. Бред какой-то. Я в настройках ничего не менял, это точно. И чё, каждый раз так будет? Да, смотрите, проседает каждый раз до какого-то количества кадров. Фигня какая. Так, это железо. Ладно. Пока что так можно жить, но в ответственный момент я, скорее всего, солью. Так, давайте... А, ну да, мы к торгашу бежим. В общем, ладно, давайте я до него добегу, и мы продолжим. Так, ну вот я и у торгаша, наконец-таки. Так, и первым делом идем включать верстак. Так, что ты можешь мне сделать? Нет. Нет. Во, да. Раз и два. Это все, что мне надо. Можно вот это еще сделать, но... Это мне не надо. У меня есть патроны. Не знаю, это модификация или нет. Есть вот такая вот обойма. Но тут 20 стали надо. Если это модификация на какое-то оружие, то я вот бы ее сделал, реально. А хотя это и есть модификация на оружие. Тут же одни модификации на оружие. Да, модификаций много интересных. Но пока что это более, наверное, здоровый баг. 100%. А этот дает плюс 50, да. Это я не знаю, что такое. 90 секунд. Короче, говорят, что эта штука очень хорошая. Rad Removed мод. Вот прицел прикольный, но я хотел бы какой-нибудь вот 8К на снайперку, так как я смотрю, снайперки начали встречаться без оптики. То есть парнишка нашел, а снайперка есть, а оптики нет. Типа, ну и как хочешь сам. Здорово, здорово. О, обновление я вижу, что оно началось, поэтому давайте скидывать ему лишний хлам. Смотрим заодно, сколько мы сейчас получим за это все. Так, и лопату я тебе хотел продать. Так, деньги все продать. Серебро все продать. Так, и вроде как все. Да, мне 15 тысяч. Давайте зайдем в нычку. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Неплохо, неплохо. Неплохо. Штанцы-то неплохие. 4 тысячи. Ну, у нас сколько там? У нас 15 900. Пока нет. Это вот модификация вроде как. Так, княженцы. О, а это майнинг вул. Майнинг по-любому купим, тем более 950 покупаем. Это мне штука пока что не нужна. Это там, чтобы электричество проводить, ловушки делать. Два калаша. Ну, у меня теперь пулемет. О, деталька квадрокоптера. 25 800. Это шасси вроде. У меня этого нет. И рецепт какого-то супчика. Ну, не, возьмем. У нас с хавкой вообще проблемы жесткие. Так, здесь топор третьего. Зачем у нас пятого? Ну да, тут больше такого ничего и нету. Есть какие-то очечи, которые дают агилити. Нет, какие дают баф на лут. Но тут у него таких нету, походу. Так, ну тут мне ничего не надо. Тут мне тоже ничего не надо. Топор синий. Оу, а он без краски, да? У этого 21 пятого уровня, а у этого топора 27 урона. Хм, интересно. А урон блоку 26. А, стоп, не туда смотрю. 40, а у этого 63. Да еще за хрень-то, офигеть. Блок дэмэдж 83. Да, смотрите. Офигеть жесткая хрень. Ну да, у нас только, блин, слушайте, реально... Пятого качества против второго, и мы сливаем. Охренеть, как так вообще? Как это вообще возможно? Ну ладно, фиг с ним. Так, тут ничего нам не надо. А, это у нас есть. Это модификация. Так, ну это мне не надо. А, вот это я куплю. Да, вот этот мод мне нужен. Я возьму, тем более стоит копейки. Так, по хавке. О, 64 макс... А, офигеть, макс стамина 64. А, и стоишь ты 200. Да я возьму у тебя еду эту, потому что у меня ее нет. Это хмель, пивасик варить. Не, спасибо. Ну, это нет. Это... А, хотя давайте скупим еду, наверное, вот эту всю.
Нам она пригодится. Мы из нее будем что-то готовить, если сможем что-то готовить. Может быть, что-то сможем пустить в эти... В... Как его там? Ща. В этот. Блин, забыл, из головы вылетело. Пустить в семена, во. Так, автоматы, это все наше проданное. Пробивной 7,62, 74 патрон. Сколько ты хочешь за него? Не, дофига хочешь. Слишком дофига. Магнумовский, у меня магнума нет. В принципе, пробивной и обычный. Так, гранатометные снаряды у меня как бы и гранатомета нет. Вот это прикольно в плане 88. Ну, хотя, мне кажется, у меня у того же столько же урона. И, блин, нет, это тоже мне не подойдет. Так, порох. Сколько ты хочешь? Это я куплю. Так. Так, стоп. Угу. Бетон не нужен. Это модификации для ракетницы мне не нужны. Ты же 600... О, дофига хочешь за бетон. Так, это что у нас? Это для дробаша и серебро. Да не, спасибо. Поэтому у нас тут... Странно, ну ладно. Короче, ничего нет. Стопы? Чего? О, а это я куплю. И это я куплю. Это я не куплю. Ну, потому что не надо. Ну, просто чертежи. Где у тебя чертежи тогда получается? Это у меня есть, это у меня есть. А, ну да, это я уже продавал. Right, так, ага. Ага. Тем более плюс опыт. Ага. Так, а эту модификацию мы вот сюда, наверное, поставим. Чтоб прочности больше было. Да ё-моё. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, как там с моими модификациями? О, да, все готово. Так. Показалось. Причем вот эту модификацию, естественно, мы ставим в лопату. Естественно. А вот. А вот эту модификацию мы поставим в пулемет. Так же, как и вот эту модификацию. Я подумал, что ну, мне не сильно-то и нужно... Эта фигня. Я подумал, ну... Обойму увеличить у пистолета? На не... Да зачем? А вот у пулемета обойму увеличить, вот это будет имба. Если он еще и стрелять будет ровнее, то это будет двойная имба. В общем, тогда, наверное, я бегу на базу, скидываю все, и мы начинаем лутаться. Почистим парочку мест. Есть там парочку прикольных мест, каких бы можно было почистить. Вот мы этим сейчас и займемся. Так, все, я дома. Я думаю, сгонять, зачистить... Так, 55-27, 53. Ага, давайте вот это возьмем и сгонять, зачистить... Так, у нас там уже заряжено. Зачистить этот... Как его? Сейчас. Бункер, вот. Тяжело будет очень, поэтому начнем. Так, во-первых, давай модификации... Ну, фонарик уже как модификация, в принципе, не нужен. Ну, так, чисто поставим. Хотя он урона прибавляет. Что? Серьезно? Ладно. Оставляем, берем пулемет. Да, двойной фонарик. Перезаряжаем его. Скидываем патроны. 93-120 подойдет. Так. Держите вот это. Кстати, подожди. Модификации-то модификациями. А вот если я вот так сделаю. Да не, урон не меняется. Да, фонарик за каким-то хреном ничего не делает. Вообще ничего. Да, тем более два одинаковых фонарика. Ну, продадим один. Да и второй продадим. Они нам уже не нужны. А вот это пока что все оставим. Карту я не могу. Карты я ведь не могу ничего сделать? Нет, не могу. Так, у нас еще есть еда. Вот она. Вот это скинуть. Перья сюда скинуть. Так, сюда скинуть вот это. И... Вот так вот. Давай лучше сталь, в принципе. Хотя давай свинец тоже пригодится. Так, доски. Доски. Доски я возьму, но половину, ну, вдруг пригодится. Так, еда, доски, вода и один репейр кит. Я думаю, мне хватит для того, чтобы штурмануть бункер. Жесть будет, конечно. Эй, в смысле?
А, из-за того, что я модификацию установил, у меня патроны скинулись? Прикольно. Ну и теперь патронов явно больше. Было 63. Сколько там? 63. Стоп, а теперь 93. На 30 патронов больше. И, кстати, бункер... Вот он вроде. Давайте. Хотя, зачем я и так добегу? А вот, еще 7-й день. Красным стал. Как я заметил, это было в 8 часов. А вот, в 8 часов мне показали, что сегодня будет орда. Готовься. Вот, ну, в принципе, я к ней готов. Думаю, в следующей серии мы уже начнем с ордой воевать, а в этой мы попробуем зачистить бункер. Ключевое слово «попробуем». Я уже... Да блин, бесит меня это. Короче, это скрины делает. Я не понимаю... Вот, в настройках я посмотрел, что эта хрень делает скрины. Но почему она их делает, я не понимаю. Бред. Ну, да, у меня на F9. Такая фигня. Так. Может, тут где-то что-то сказано? Там в какое-то конкретное количество времени это все будет делаться? Да вроде нет. Так. Нет, вроде нет. Так, вот да, вот здесь я был, машинки я лутанул и убил несколько зомбаков вот тут сверху. Так, там вроде как куда-то проход есть. Вот тут вот убил одного зомбака, слегка лутанул, блин, механикал партс разобрал. А вот, и все, и как бы дальше я никуда не ходил. Тут вроде как можно спуститься на ракету, вот на эту. Ой, зря, ой-ой-ой. Так, не лагай, меня это уже бесить начинает. Потихонечку, блин, меня это начинает бесить. Так, где то, что мне надо? Вот мне то, что мне надо. Так, 10 фреймов. Нет, конечно же нет, я туда не полезу. А там гнездо, да? Ну, в ракетные шахты смысла лезть не вижу. Да, да, подлагни мне в самый ответственный момент. Когда мне этого... О, ребята. А вот эти, кстати... Твою мать! Откуда ты-то взялся? Охренеть, откуда он взялся? Эй, не лагай. О, в касочку тебе попал. Офигеть. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Откуда он-то взялся, феррел этот здоровый? Они меня всегда бесили. Ой-ой-ой, вот это ладно. Ладно, прощайте. Да, вот минусы пулемета — это скорость перезарядки. Но ты-то ладно, с тобой мы сейчас закончим. Да не лагай ты так, ё-моё. Чё, мне военный дал? Нифига себе. Хм. Так, я в шоке. Откуда он вылез-то? Так, там уже кто-то где-то что-то лупит. Тихо. Так, это мы сразу скрапаем. Странные звуки какие-то. 7000? Твою мать, а. Подождите, а как так туда попасть-то? В бункер. А тут 2,5. Ну, конечно, 2,5 будем долбить. Не, стоп, подождите, что за бред? В бункер можно было попасть и без долбежки. Правда, вот... О, кто-то подорвался. А, вот она. Привет. Точно, я забыл. Раз. Два. Да, очень много строителей. Да ё-моё, не лагай так. Очень много военных. Так. Отходим. Этот аж офигел, как у него башка друга взорвалась перед лицом. Так, секунду, надо с этим что-то делать. Так, все, продолжаем. Тихо-тихо-тихо-тихо, рано. Закроем эту хрень. Да, вот они долбятся.
Иди сюда, ускорься. Мне один нужен, чтобы ускорился. Да. Так, ну они мне дверь снесли. Не, все равно подлагивает. Че за бред? Все равно подлагивает. Че за хрень? Не понимаю. Я убрал вроде все. Как идеально. Ух, ё-моё, сколько вас там народу-то? Одни строители. А где все военные? Блин, 22 уровень. Слушай, это что за прикол? Смотрите, сколько их. Иди сюда, иди. Да ё-моё. Так, хватит. Да. Не-не, все равно лагает. Я не понимаю, почему. Походу, это из-за записи. Ну, вроде не должно, конечно, так лагать. Из-за записи. Ну, потому что это только первый раз, как так лагает. Ай-яй-яй. Лежать. Так, сейчас мы что-нибудь с этим сделаем. Ну, постараемся. Так, надеюсь, сейчас будет все нормально. Да не, сомневаюсь. Опять ты. Да сколько вас там? Не-не, все равно лагает. Странная фигня. Ладно, буду жить так. Надеюсь, вам это не помешает. Так, там военная тачка. Ух, нифига себе. Что, семена цветов? Ладно. Так. Этим могу бросить один урона. О, отмычка. Во-первых, почему я шумлю все равно, когда иду? Минус башка. Монстр килл. Так. О, мешочек мне подаешь. Спасибо. Я тебе тоже мешочек сейчас подам. Ну, это такое себе. Зачем ты это бьешь? Ты же идиот. Ой-ой-ой. Да не лагай ты так, ёп. Он там что-то разнес уже. Тихо-тихо. Кто из вас ферал? Никто? Тогда умрешь ты. А, нафиг. Нет, нет, нет. Вот и все. Да, я знаю, что я трачу патроны. Драгоценные патроны. Ну а что делать? Так, во-первых, я провалился не туда, куда хотел. Я, в принципе, могу до конца провалиться и забрать топ-лут. Ну, то есть, можно даже не чистить. Дальше. Можно реально провалиться до конца. Ну, как я помню, он вроде как должен быть в лифте. Так, новый чертежик изучаем. Так, это в скраб пока что. В скраб. Так, ладно, давай вот это пока отменим. Вот это вот в скраб. Ну вот, гильзы пригодятся. Дактейп тем более пригодится. Заберем. Что там происходит-то? Да ё-моё, что за хрень? Что за жесть вообще? Откуда столько лагов? И тут закрыто. А как я сюда попасть должен был? Ну, судя по... Блин. Судя по всему, как-то... Да, вот, видите, там вот вся вкуснятина. Я могу вот сюда спрыгнуть. И они сейчас сюда должны прийти. Я возьму пулемет. Перезаряжу такого сейчас. Блин, жесть, конечно, что лагает. Ну ладно, будем как-то с этим... До 9 кадров причем. Я здесь, придурки. Один выстрел, один труп.
Да ё-моё, не лагай. Откуда вы, придурки, взялись? Тихо, это сдохло от кровотечения. Ты мертв? Я сказал, ты мертв. Так, ладно, перезарядимся. Да хрен ли так по... Оп. Так, с этих ничего не выпало? Тут ни с кого ничего не выпало. Да, не по тому пути я пошел. Так, ладно, хрен с ним. Как это я сделал? Не знаю, но я это сделал. Так, ничего. Так, а тут мед. Ой, Чё, рецепт ворот? А, это чертежи. А, нет, это еда. Так, рецепт ворот изучил поднимающихся. Иди сюда. Ой-ой, не иди сюда. Не трожь мои фреймы. Да ё-моё. Хрен попадешь тебе. Слушай, военный с двух выстрелов в башку умирал. Ты чё, круче военного, что ли? Чё за бред? Короче, они где-то долбят. А, вот где. Чё ж ты меня не позвал-то сразу? Так, давайте зачищать, что ли. Опа. Поднимай башку. 1200. Ну вот, не зря я пулемет взял на военную базу. Так, вставай, вставай. Кажись, все. И ради чего я тут этих шахтеров убивал? Да ё-моё, ради вот этого? Ну, ладно. Ни того не стоило, скажу честно. Так, тут как бы ракетная шахта. Должна быть с ракетами, но... Ракету, походу, стырили. Или запустили. А вот тут они долбились, кстати. Так, секунду. Скраб, скраб. Камень откуда-то, песок. Это мне все вообще не надо. Не, ну это мне, конечно, пригодится, но не здесь. Так, тут нычки нету. Там нычки нету. Идем выше. Ага. Я фиг его знает, где они тут лупят. Так, это столовка. Мы здесь были. Мы, точнее, мы отсюда упали. Ну ладно, здесь можно еще вот так пока что ударить. Да ё-мо, твою мать! Так, они где-то там лупят. О, я могу через сеточку бить? Серьезно? Ну-ка, встань. Не, ну раз я могу, а чё бы нет, да? Так, здесь, ты видишь, больше ничего нету, кроме кучи трупов. Секунду. А, в смысле? А ты не это, что ли, не умерла? Ну ладно. Ну давай, 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 давай. Это же деревяшка живет. А-а-а. Все, готово. Ну просто что ждать? Благо патроны есть. Рецепт турели. Рецепт турели, мать его. Так. Еще один ящичек.
инструментальный. Да блин, что-то лагает жестко. О, тот синий топор. Тот топорик, прикольно. Так, ну это уже скраб, это уже копейки. Это тоже скраб, тоже скраб. Тоже скраб. Тоже скраб. Так, во, чертеж дробовой турельки. Вот если мы ее сделаем к этому, к орде, это будет идеально. Тем более, короче, она делается вроде из чертежей от дробовика. Так, вот из этих, кстати, еще можно деталей неплохих набрать. Так, кресло заберем все себе. Так, ну это нам все не надо, ковбойские сапоги не надо, это... О! Смотрите, кто здесь. На тебе. Ты ко мне почти прорылся. Да, вот военные придут в Орду. Вот он, с ними у меня будут проблемы. Давай, спускайся. Ну ты чего? Какой-то такой этот новогодний. Весь усеянный. Так, да, кресло тоже можно скипнуть. Так, тут вроде как больше, ну, да, зря. Давайте отменим и вот так скипнем. А тут вроде-то и ничего нету больше. Так. Так, ну это две шахты. В одну украли ракету, в другой она все еще есть. Здесь плюс того, что тут как бы... А? Кто-то где-то бежит. Вон там межэтажье. Тихо, 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 тихо. Вот тут вот надо спуститься и забрать сумочку. Такое себе. Так, ладно, давайте выбираться. Что-то я... Подождите, где-то нычка должна быть основная. Но раз здесь ее нету, значит... О! Значит, вот здесь она. Так. Давайте, давайте, ребят. Минус нога сразу у чувака, бедный... Чувак! О-оу, а вот и фиаско. Кажется, пришел звездец мне. Блин, сломанная нога, да вы чё, прям в день перед Ордой. А как же пожалеть меня? Сейчас я вас всех разложу, ребят, секунду. Где этот ползунишка? Ага, еще и заражения мне не хватало. Все, о далеких прыжках можно забыть. Все равно кто-то долбится. Я на ходу перезаряжаться не могу? Что? Серьезно? Так, а мне надо сделать... Мне надо сделать вот из этого вот это. Вот это фиаско, блин, пролететь столько пролетов. Ну давай. Так, это мы заберем, это мы заберем. Да, бегать более-менее могу, но... О, тихо. Почему меня слышимость 100%? Я, конечно же, не знаю. Ой, тихо, тихо, тихо. О, идут, идут. А это бежит прям. А этот ползет прям. Все, что ли? Да, вроде, да. Так, собираем. О. Опа. Очки. Так. Тут есть, короче, я не помню, я помню, что я чистил бункер как-то. Я все это делал уже.
Я не помню только пары моментов. Помню, что в основном бункере, который находится как раз-таки, ну, наверху, в нем как раз-таки лежит вроде как весь основной лут. Но как туда попасть, я вот не помню. Так. Ага. Ну это к ракете. К ракете нам не надо. Мы там уже чистили все. Мы там уже были, мы там уже знаем. Так, это мне не надо, это мне не надо. Это я заберу. Так, это мое. Так, это мы тоже скрапнем. Кожа нужна? Кожа важна. Пока что закроем. Так, вот вроде вот тут нычка. Да. На чем-то же это должно все стоять, правильно? Так, это не надо, не надо. Идем дальше. Да, из-за... А, это... О-о-о, так вот, что дело. Да, мой косяк. Я провалился слишком низко. Потому что... Так, это скраб, скраб, скраб. А, ну ладно, забирай. Вот, это то самое место. Это... Я, что я лутаю, я сейчас не знаю, честно. Что-то я сейчас облутал. Да, вот здесь мы спустились, вон там мы упали. Так, это в скраб. Это скраб, скраб. Да, два места, это, конечно, не есть хорошо. Ну ладно. Так, это в скраб. Жесть. Так, это в скраб. В скраб это уже не скрапнешь. Ну тут он идет пока что более-менее еле-еле. Так, что-то еще из меня выпасть умудрилось. Сапоги. Так, давайте поедим. А как раз подхилимся сначала, чтобы стаминочку восстановить. Так, еще поедим. Я говорю, еще поедим. Хорошо, не скрапнул, блин. Еще поедим. Сейчас всю из банки еду съедим. Вот мне интересно, когда мы военную тачку будем разбирать, что мы с нее получим. Так, и еще вот это вот поесть надо. Тут уже шанс есть. Тут уже какой-никакой шанс есть отравиться. Так, ну вроде пока что... Блин, акум... А на что акум разбирается? А, на свинец. Не, я лучше... Да, хотя, скорее всего, да, разберем. Потому что продавать его смысла нет. Не, прикольная военная тачка. Так, значит, нам, наверное, надо по тому туннельчику пройти. Со сломанной ногой теперь буду носиться. Кто-то где-то идет. Я слышу кого-то, но не вижу. Ладно, погнали выше. Блин, я тень увидел, испугался. Думал, это за мной. Во, топает, топает. А, вот этот бункер-то. Все правильно. Вот, они наверху, наверное. Так. Чтобы никакого перегруза не было. Да-да-да-да-да, я вас слышу. Сейчас, секунду. Опа. Просто вот так и со вкусом. 750 опыта. Стекло? Стекло мне не нужно. А, вы, наверное, на улице гоняете. Да, они на улице гоняют. О, вот эту вот дверку мне выдолби, пожалуйста. Секундочку. Ё-моё, военный на улице? Ну это еще крепкое очень. Где вы там? Ребята. Семьсот пятьдесят. 23 уровень. Замечательно. Так, я не помню, открыта она или нет. Нет, она не открыта. А что ты долбишь? Серьезно? Ё-моё. Так, ну вот от... они могут только справа. Стоп, а сколько камень? О, камень легче долбить. Давай вместе камень долбить. Так, ты вот тут еще... А, нет, мне показалось. Ну да, придется выдалбливать камень. Давайте мы... А хотя, сейчас уже додолбим. Вроде как весь основной лут должен быть... Вроде бы. Если мне не изменяет память. Да-да-да-да, вот он весь.
Все, сиди там, не это. Тихо, тихо. Да ё-моё. Я хочу как-нибудь его раззадорить, что ли. Так. Я, кстати, могу этот ящик залутать. 25 патронов. Замечательно. Да, весь основной лут, это вроде вот это вот как раз и есть. Сверху люк, который мы можем... который... Так, сколько тебя тут? Да не, 5000. Спасибо, не надо. Жалко, что нельзя как, знаете, нажать таб вот так вот, и он там сам долбит, а ты просто ничего не делаешь. Типа АФКшить. Когда вот через такие двери особенно пробиваешься. Ама? Что? А, стрелы. Все. Так, это мы залутали. И тут закрытый люк на выход. Так, ну у меня есть отмычки, но я не знаю, смогут ли они мне помочь, либо мне придется 5000 выносить. Если придется выносить 5000, дважды это будет геморрой. Я 10 тысяч туда, хотя в тот раз мы выносили 10 тысяч на люке. Ой, не на люке, а на этом, на ящике. Вот, было, конечно, геморрой. Ну, вряд ли мы откроем с первой попытки, но я и говорил, тут такого не может быть. Сейчас потрачу все отмычки и буду лупить руками, да? Нет, смотрите, повезло. Ух ты. Так, копишка, скрапнем. Пехаль, смысл скрапать. Блин, дубинка 5 уровня, она прикольная. Чем мы можем отсюда? Ну, вот это мне не надо. Так, вот это мне не надо. А вот это мы вообще выпьем сейчас одну баночку, чтобы все нормально было. Даже две баночки. И, наверное, полечимся. Неплохо. Поедим, полечимся. А, еды вообще дофига. Так, ну забирай, давай. Так, дубль 2. Стоп. Ой-ой-ой, зачем? Только зачем я это сделал? У меня одна отмычка осталась. Блин, вот я косячнул сейчас. Нахрена я это нажал? Вот если бы я сейчас это не нажал, у меня было две попытки. Первую она, естественно, сломается, а вторая смогла бы открыть. Блин. Придется выдалбливать, короче, походу. 5000. Да ладно, серьезно? Карл, серьезно? Так, ну давай смотреть. Ну, во-первых, сразу переводим. Так, нет, давай вот так вот лучше сделаем. Лучше вот так сделаем. Так, тут такой стоит, тут такого нету. Давайте сюда этот мод и засунем. Все, как-то так. Вот такой вот маленький бункер. А из минусов это... Да, из минусов это выбираться отсюда. Но, я думаю, выбраться спокойно получится. А вроде да, вроде это все, что тут есть, ну, из ценного. Потому что я сколько помню... Ну, я помню, что я лутался, я играл, но ценного тут такого сильного-то и не было ничего. Да, куча военных, куча транспорта, две ракеты. Вроде как пустые. Ну, то есть она внутри пустая, внутри ничего нету. Так, все, можно отсюда выбираться. Главное не забывать про колючую проволоку, которая тут висит, чтобы об нее не удариться. Так, и давайте тогда отправляемся с этими багами, лагами, магами к дому. Дабы... Да, вот тут еще вон там сейфик был, но я его вскрыл, но там хлам. Я потому что вскрывал его еще дней на третьем где-то, поэтому я еще не был так сильно более-менее вкачан, чтобы хоть что-то там нормальное найти. Да ё-моё, вы чё? А, да, сломанная нога и куча еще перевеса. Два. Хотя перевеса всего два. Вот, поэтому это как бы не куча и нормально все должно бежаться. Так, я сейчас ради прикола проверю, если я просто иду. Нет, даже если я просто иду, через каждые секунд 10 у меня идет то ли прогрузка, то ли... Че за прикол, не знаю. Так, ну-ка давай спускай. Во, вот это, что это за хрень? Все, спускайся. Я еще фонарик не врубал. Прикольно будет, если здесь зомбаки будут. В данный момент. Такой, опа, здорово, ребята, а вот и я. А вот и Джонни. Так, значит, у нас куча лута, куча хлама, который надо будет обязательно продать. С фонарика что-то можно сделать, но там вроде два фонарика только, да. С фонарика два фонарика, один из которых у нас и так есть. Один из которых мы и так продадим сейчас. Так, по броне. По броне у нас вроде такая же броня, как и тут. Да, но у нее прочности, просто больше прочности. С учетом того, что мы если сейчас еще репейрнем, то будет еще больше прочности.
Так, о, она тем более сразу оделась. Так, давай, значит, тогда modified снимаем. Modified ставим. Все. И одеваем. А тебя тогда, ну, 20 монет на скраб. Топорик продадим. Вот эту дубинку мы... у нас был один repair kit. Да, точно, был один repair kit. К сожалению, был один. Так, хватит ли у нас на repair kit'ы? Ну, 4 железа... 4 железа у нас есть, а 4 сделаем. Так, и сейчас первый... Ну, пока что раскидаю, что мы тут набрали. Так, это не отсюда. А вот это... Вот это... Да, дактейпы кончают. А, нет. Дактейпы не кончаются, все нормально. Так, репэйр. Пехоль, наверное. Пехоль. Пехоль, наверное, мы, кстати, на детальки пустим. И надо посмотреть. Детальки для дробовика. Во-первых, вот это посмотреть надо, что такое. Что вот это такое. Вот это что такое. Это для арбалета, понятно, лука. Вот. И как раз-таки сейчас я еще все остальное быстренько раскидаю. Угу, угу. Так, вот это не надо. Краска как раз 145. Это не отсюда. Так, это броня, скорее всего. Так, сюда уголь. Да, кстати, угля накопал. Я сейчас скажу даже, где его можно накопать, а не в жилах. Именно не в жилах. А в общем, любое место, которое горит. Если вы видите, что проходите мимо чего-то горящего, там такая доска, доски такие обуглившиеся. Вот, я с них как раз-таки это все и добываю. Причем очень в таких неплохих, ну, неплохое такое количество с них падает. Так, как там у нас дела? О, еще минута. Ну, вот так можем закинуть пока что. Так, и... А, еще, ну, это первого уровня я оставлю. Сколько ты стоишь? 4,76. Ну, конечно, копейки, но лучше, чем ничего. Так, это тоже сюда. И мне надо скрапа, много скрапа, потому что он идет, как я посмотрел, сейчас в очень большое количество вещей. Так, и цветочек еще один сюда. Не знаю, что за цветочек. Ну, скинем его пока что. А? Серьезно? Так быстро? На, держи. Гори. Да, я же вне кадра еще играю, поэтому догорает все быстро. Так, ну это пистолет. Пистолеты я делать не могу. Магнумы. А, пистолет, пулемет, турель. Серьезно? А, те камеры. Ну ладно, камеры нет. И СМГ я из нее могу сделать. Прикольно. А сколько, кстати, на СМГ надо? На СМГ надо 5. А, рецепт. Дробовая турель. Надо 3. И 40 стали. Блин, камера, ладно, с камерой, кстати, а я могу камеру делать? Ну-ка. Угу. Рецепт нужен, чтобы камеру делать. Это у нас рецепт есть, это у нас шасси от мотоцикла. Нужна еще вилка от мотоцикла и можем сделать мотоцикл. Да. Вилку от мотоцикла надо чертеж найти, либо купить. И все будет шикарно. Так, это мы расплавили, давайте вот это поплавим. Да и стекло можно сначала поплавить. Разницы никакой нет. Кстати, из этого что из этого делается? Из этого делается стальная броня, на которой у меня еще нет ни одного чертежа. Да, и... Так, ладно, давайте это скинем. И у меня есть очки прокачки. Кстати, а вот это что? Ну-ка, я вот это просто не помню, что я смотрел это. А, это для бура 5 уровня. Ни хрена себе, или бензопилы. И причем 5 уровня именно. Так, две гранатки, но это все уже было, было, было. Так, и гильзы еще скинуть. Ну, как-то так живем. О, кстати, нож. Нож третьего. Давай отремонтируем, наверное, тебя. Так, пистолет. Пистолет на детали пустим. А вот нож как раз-таки за 200 продадим. А пистолет именно на детали, потому что из этих деталей можно будет потом турель скрафтить. Чего я, конечно же, никак не ожидал. Так, пулемет пока что оставим. Возьмем, вернем себе пехоль. А почему у тебя... А, да, модификации, когда переставляешь, патроны слетают. Я забываю совсем это. Так, ну, доски. Да, доски, надо набирать доски сейчас будет идти. В ночь копать. Так, еще бетончик. Что в принципе... Ну ладно, это я потом все улучшу. Бетонием. Тем более вот уже 6 часов. Я еще, наверное, покопаю. И мы как раз-таки отправимся на Орду. Отправимся на Орду, будем ее встречать. Блин, я бы дробовую турель сделал, по идее, но у меня нету дробовичков.
Но у меня нету деталей на дробовую турель, к сожалению. Надо еще... А, 40 стали, что я туплю? 40 стали и камера. У меня всего этого нету, поэтому можно обломаться. Но зато возьмем хлам турель. Хлам турель обязательно возьмем. Так, репейр. Возьмем обязательно хлам турель, пулемет. И будем просто всех отстреливать. А, кстати, дробаш есть. Хламовый, ну, фиговый дробаш, который можно будет потом во что-нибудь вкинуть. И два перка у нас есть. Ну, сюда уже все, тут надо 7 уровень. До 7 уровня это мне надо 4 левла, поэтому нет. А вот, поэтому вкачаем, наверное, один в сексуальную перегрузку. Так, тут тоже... А, тут 5-й нужен? Серьезно? Я... Слушайте, а меня интересует... Вот я сейчас один момент проверить хочу. Я хочу проверить один момент. Если мы прокачаем... Вот, ладно, сейчас давайте вкачаем в мула один перк. Все. То есть не увеличивается, да? То есть смысла следующего перка как бы нету. Я же прав? То есть если я сейчас вот отсюда вот это сниму... А, так не идет. Ну все, тогда в муле смысла нету дальше вкачивать. Ну потому что если... Я вообще даже вот это вот зря вкачал. Ладно, оставим так. Так, это кулинария. Ну тут... Так, стоп, как называется? Да, с английским же все печаль, беда. А как ты называешься? Bacon and... Вот. Яйца с беконом. Так, если я тебя прокачаю... Так, 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 так. Вроде нету этого. Ладно, тогда вкачаемся во что я хотел. Так, княженцы набираются потихоньку. Кстати, вот 5 из 7 уже. Еще 2 книжки, и нам вот откроется дополнительный баф. Так, тут пока ничего интересного, и тут пока ничего интересного. Я в интеллект хотел пойти. А бартер нет, вот это вот влияет на награды. Чем больше мы выполняем заданий, тем больше мы по них получаем опыта. И тут на каком-то левеле, вроде на 3-м, можно награду вторую получить. Но пока что нет. Скорости. А, стрельба на ходу. Это паркур мне не нужен. Что-то я... А, я хотел вот сюда пойти. В этот, в кардио. Качать одно очко навыков. Вроде да, да, именно в кардио. Ну ладно, на этом я закончу. Я вообще, конечно, думал, что вот здесь второй слот, ну, слот продолжится открываться, если я модификации буду накидывать, типа... Ну, то есть, по факту, я сейчас еще могу... Сколько? Ну, у меня тут ничего нету. А вот здесь можно еще 3 ячейки всунуть. Сюда уже есть 3 ячейки, сюда можно всунуть 3 ячейки. И если я вместо штанов одену нормальный, то можно еще будет 3... Точнее, в ботинки засунуть вроде 3 ячейки. Вроде, точно не помню. Но суть в том, что мы еще можем накинуть себе до хрена всего. А так как это не прокачивается, то и в муле, в принципе, сильно смысла-то и не было, как я понял. Да, это печально, что я его вкачал. Ну да ладно, на ошибках учатся. Пусть так будет. Ну а на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.